привет! И у нас будет сегодня серия расхламления помад. Девочки, кто не успел насладиться в той серии, где я показывала все это количество, обиделись, что я слишком торопилась, вот как бы еще повторный дубль у нас. Это то, что пойдет в расхламление, распродажу. И давайте посмотрим, что именно. Вот эта новая помада Мина, ее не буду сводчить. Она совсем прям новая, красивая, без единого сводча. Вот в таком малиновом, красивом оттенке. Здесь много помад свежих, с хорошими сроками. На каких-то нет сроков годности. Ну, то есть это... Либо кто-то захочет, либо не захочет, тогда просто в утиль они пойдут и все. Хорошая помадка тоже новая. Это у нас Dior. Dior вместе с палеткой продавался. Я просто не крашусь с красными помадами. Классический цвет Dior, который он очень любит. У него платье из такого цвета. Вот помады всегда. И как бы это прям цвет Dior называется. Миниатюрка вот такая маленькая. Решила я от вот этих избавиться помад, ну, скажем так, Лабутены. Лабутены с Алиэкспресс. Мне кажется, это Лабутены такого делали дизайна. Помада красивая, сливочная. Смотрите, какой оттенок. Пыльная роза. Вот. И, возможно, кому-то захочется ее иметь. Она красивая. Здесь вот сколько много. Просто я когда делала ролик с помадами, я поняла, что мне одной, но это просто перебор. Помады у меня идут медленно, и ну, это излишнее количество, поэтому хочу поделиться вот так вот, девочки. Еще такая же красивая есть помадка. Уже в более теплом оттенке, тоже глянцевая, такая жирненькая. И вот такой дизайн классный. Тут где-то еще третья такая. Да, третья будет матовая помада. Матовая в таком каком-то коричневатом оттенке. Вот. Помада от Catrice. Красивая помада. Она полупрозрачная. Вот такая. Не знаю, я, девочки, какой-то оттенок, она идет, по-моему, липбалм, как бальзам. Ну, она и выглядит, видите, бальзамным, бальзамная. Вот такая есть тоже Power, Catrice, и она уже тоже типа бальзамный, но имеет цвет. Вот такой нюдовый, полная. И я не вижу, что тут мелко написано, губная помада Power Plumping. Угу. Помадка Essence в оттенке 08. Это помада глянцевая, но она, скажем так, какая-то долгоиграющая. В общем, она ее будешь красить, она не будет кончаться. Вот такая помада. Faberlic в оттенке 460. Красивый оттенок, это полуматовая, что ли, серия была, как-то так. Она вроде как и не глянцевая, и не матовая, что-то среднее. С магнитом здесь здорово, вот флакон красивый, все красивое. Таких несколько штук у меня будет. Где еще-то, друзья? Ладно, девочки, будем хаотично, неважно. Long Lasting Essence, то же самое касается, вот долгая такая... Помадка для девочек экономных. Вот одну купил, расцветка пыльной розы, и будешь с ней год ходить. Это у нас 0,3.
Красивый очень оттенок. 03. Прям новая, девочки. Я ни разу не красилась ей. Только купила ее. И вот, видите, вот сводч один сделан. Все. Ни на губы никуда не наносилась. Здесь практически много таких, которые даже на губы ни разу не наносила. Так, значит, 07. Это Essence. То же самое новое, вот только просоченное. И также девочки, наверное, захотят ее, потому что это очень популярный нюд холодной гаммы. Фармаси помада. Красивый оттенок. Розовый тоже многие его любят. Вот такой. Буржуа. Это такой оранжевый оттенок, не знаю, на любителя. На любителя. Катрис. Это скорее к матовым относится. Очень красивая, девочки, помада. Невероятная. Она еще и сделана вот каким-то... как вот такой шершавый у нее стик красивый. Мне очень нравится. Эко-упаковка бумажная здесь. Вот бумажный корпус. Такой цвет. Это у нас C04. C03. Это уже глянцевый вариант. Типа бальзамной помадки. Вот. Тоже целиковая, только сводч сделанный. Также эко-упаковочка. Еще эко C03. Это матовый уже. Это тоже очень красивый оттенок. Смотрите какой. Эти помады хорошие, свежие. Еще помадка C05. Красивый красный. Очень красивый красный. Прям... прям улет. Они так красят как-то быстро. Они такие сливочные. Но я Катрис вообще люблю помады. Красивые. Орифлейм. Тоже, смотрите, какой оттенок, девочки. Прям вот супер. Вот такой. Целиковая также. Ну, почти все новые. Еще. Вот она тоже новая. Пыльная роза. Вот. Еще Орифлейм. Это теплый оттенок. О, девочки, как же я люблю такие оттенки. Вот. Мэйбелин. Мэйбелин для любителей перламутра. Это перламутровая помада. Для меня это, конечно, ретро, но, возможно, кто-то любит еще такое вот. Я как-то нет. Помада очень многим нравится, номер 55, но она у меня какая-то затемненная. Сейчас я покажу, какого оттеночка. Вот такая. Она очень тающая, прям, знаете, раз вот так вот и провела, и все. Ну, в общем, тающая помадка. А вот в таком оттенке, не знаю, надо кому, не надо. Это Maybelline, матовая стойкая помада. Я когда покупала, модные были такие оттенки. Еще Maybelline, 10 номер. Матовая помада, очень вкусные у них отдушки. И она будет у нас вот такая. Красивый прям оттенок, красивый. Фаберлик. Полуматовая помада, тоже очень оттенок красивый. Это у нас 461. И еще Фаберлик 464, это вот для любителей холодных. Смотрите, какая красота. Супер. Помадка супер. Они тоже все полные. Вот, девочки, полные все помадки. Essence. Тоже полная. Вот такая помада 05. Это нюд. Еще Essence. 15 номер. Также полная.
Вот такой. Рената. 4297. Вот, красота. Тоже полная, видите, вот она закрученная, ну, то есть торчит хвостик. Еще Рената. 173. Эстрада, 214 номер. Ой, красота какая. Еще эстрада, 109. Катрис, 130. Как от сердца тоже отрываю. Матовая помада, девочки. Это Ревлон, 535. Long Lasting 02 Essence. Это пыльная роза. Очень вкусно шоколадом пахнет. Вот такая помадка 852 L'Oreal. У меня просто есть еще такая. Получилось случайно. Я с iHerb заказала. У меня продублировались. Мне две таких не надо. Поэтому, девочки, очень вкусный аромат. Матовая стойкая помада. L'Oreal. Линия шоколад. Катрис. Ламель. Это нюдовые оттенки. Очень нюдовые. И еще, по-моему, такая есть. Да, еще одна есть. Красивые, вкусно пахнущие. Они потом зафиксируются, типа матовых. Вот Арифлейм. Светленькая вот такая. Это муссовые помады, такой вот какой-то вельветовый финиш. Раз. Девочки, это, наверное, пойдут как подарки, вот эти цвета экзотические, просто чисто вот кому-то побаловаться. Ну, кто купит побольше, если я буду в качестве подарков просто добавлять, потому что, ну, это совсем прям на любителя, вот это то же самое касается. Может, кто-то коллекционирует какие-то оттенки, не знаю, ну, кому нравится, или для каких-то макияжей, может быть, тематических хочет, не знаю. Просто выкинуть жалко, хорошая помада, они же не пропали, ничего. И эти вот розовые фармасти слишком для меня Барби. Но может кто-то хочет. Вот матовая тоже помадка. Вот это то же самое касается. Чисто вот поиграться. Смотрите, какой оттенок. Это Revolution. Вот это красивая упаковка. Но цвет, конечно, тоже далеко, знаете ли, на любителя. Вот такой какой-то. Вот. Еще Арифлейм муссовая помадка. Но это уже красивый оттеночек. Вот такой вот. Revolution матовый. Тоже очень красивый оттенок. Я в свое время ее выпрашивала. Мне ее Аня из Израиля отправила. Прям просила я ее, так хотела. Цвет красивый. Но я матовые помады редко использую. Просто она лежит и лежит. Вот это тоже хорошая помада. Люкс Визаж 543. Она классная, она удобна в носке. И красивый оттенок имеет вот такой вот. Какая-то полуматовая. Так, вот эти два карандаша не буду показывать. Красный и нюдовый. Это от Bella Oggi. Они такие же, как и есть. Давайте просто покажу, как сделано. Вот красный. Вот. Ну и такой же телесный оттенок. Помадка тоже может быть кому-то в коллекцию. Израильская Caroline.
Оттенок у нее вот такой специфический. Может, кто-то, не знаю, хочет какие-то Хэллоуин макияжи делать. У нее красивый дизайн вот такой, смотрите. И также для вот Хэллоуина номер 25 помада Maybelline. Она такая же специфическая, видите, какая матовая помада. Еще помада от Estrada, 110 номер, очень красивый оттенок. Девочки такие любят, я знаю. Вот, она тоже полная. Revolution помадка. С одной стороны розовая, с другой нюд красивый. Двухсторонняя. Помада Catrice. Очень яркая. Малиновый какой-то оттенок такой. Помада Oriflame. Если кто-то любит финиш металл красный. Вот такой, девочки. Вот. Могу тоже прям в подарок выслать. Кто что-нибудь купит. Чисто как вот дополнение. Потому что настолько специфическое. Еще одна. Вот. Oriflame, но это уже хорошая. Это такая глянцевая пыльная роза помада. Фармаси тоже Барби. Что-то остались одни 4 помады. Одна, значит, тоже, девочки, вот кому надо будет для, может быть, какой-то коллекции экзотический оттенок. Сейчас такие уже не делают, не носят. Но в свое время очень девочки любили ее в Oriflame заказывать. Такая какая-то фуксия. Фуксия красивая. И все, осталось у нас с вами 4 помады от Эвелин. Вот такие. Батарейка у меня опять мелькает. Девочки, мы с вами прям перетрудились. Здесь очень красивые нюдовые оттенки. Я знаю, вы их любите. Я сейчас быстренько покажу. Вот такой нежно-розовый. Ну, кто такие не любит, да? Все такие обожают. Это у нас был 707 номер. Далее. Ну, почему 707? 715. Откуда тогда этот колпачок-то? Так, ладно. 699. Вот такой 699. И последнее покажу, 714. Тоже нюд. Вот такой. Есть еще оранжевая. Ну, это не знаю. Тоже, наверное, в подарок пойдет. Слишком оранжевая. Смотрите. Ну, может, кто-то хочет. Все, девочки, я с вами прощаюсь. Надеюсь, в этот раз было не неспешно. Все мы с вами посмотрели. Ну, просто количество меньше. Вот столько в этот раз. Спасибо большое. Если кто-то что-то хочет, все очень бюджетно стоит. Пишите мне в Инстаграм, и я вам отложу. Что-то, может, даже в подарок пойдет. Вот. Тут много, кстати, красивых оттенков. Все помады практически новые, что-то только сочные. Так что все, девочки, смотрите сами. И мы с вами увидимся в следующих видео. До новых встреч. Пока-пока.